набережную маленькую. Вот так вот. Да, пойдем, дорогие подписчики. Погулка по набережной Золотой. Что, будем уток покормить сильно? Они едят все. Ули прилетели. Ну, вам-то обязательно надо. Вот они. Точут. Ну, хватило, вылетел. Там пейзаж нормальный тоже. Кормление птиц идет. Махач? Да. Драка тоже идет, постоянная. Гиди. Гоняют уток. Попрошу заметить. Чайки. Чайки оборзели. Уток гонять. Вот с ними на Кремле. Дима. Пойдем дальше. Ну, близко вообще стало. Очень много золота здесь у нас. Надо было этот хвоста сразу там спустить. Потом по-нормальному снизу. Да эй, я монтировать не буду. Реставрация идет. Здание. Это прикольно, надо соснять. Церквушка стоит. Вот, смотрите,
Кузнецова жена. Но. Там мужик ищет мост, которого не существует. А может даже золото подыскивает. Но здесь можно гулять, бухать, отдыхать. Шашлычок мутить. Откроем курни. Есть что? Нету ничего. Бабла нету. Здесь что у нас? Мужик стоит, ловит кого-то. Да, и я там живу. Пойдем дальше. Пойдем. Вот бар, 903. Хоп. Да. Сходите, здесь очень вкусно кормят. Ну. Чел в дырке в этой торчал, стрелял в кого-то. Да.
На. Подземный ход был. Покажем в следующий раз что-нибудь еще.